Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать обратно в Mortal Kombat Mobile. С вами снова безумный донатер Апо на связи. Ребят, у нас в игре очень много новостей. В общем, добавили до низкую башню обычную сложность, обновили боевой пропуск на скорбную Китану и плюс добавили Рейна, это низкую кровь. В общем, Рейн это у нас персонаж, который ожидается с начала обновления 5.0. Это у нас был новый персонаж, и наконец-таки разработчики его добавили. И есть одна проблема. Донат не работает, ребят. Я так понимаю, у многих. Очень многие пишут, что у них не работает, проблемы и так далее. У меня тоже была такая проблема, ошибка. Но в итоге все заработало, ребят. Сама по себе, я не знаю, как это. И, в общем, сегодня купим Рейна, это низкую кровь. Один набор коллекции Рейна, это низкая кровь, где есть шанс получить две алмазных персонажев, две золотых персонажев и снаряжение для Рейна. Плюс купим три начальных наборов с душами и плюс купим пять наборов золотой комплект, это низкая башня, ребят. Только заранее скажу, что дальше уже запись. Я не записывал на компе, ребят, на компьютере через телефон. Поэтому, может быть, качество не очень, ребят, за это не ругайте, пожалуйста. Я надеюсь, вы поймете меня правильно. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Спонсором моего канала является магазин игровой валюты The Apoimco Shop, где вы можете приобрести все услуги для игры Mortal Kombat Mobile. Начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы Android и iOS. Привязка к консоли, покупка боевого пропуска, покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы Android и многое другое. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай! Ссылка в описании. Далее давайте тогда купим набор Рейна. Ребят, я бы хотел сказать, если вам нравится такой контент, донатный контент, то обязательно поддержите этот ролик лайком, комментарием, подписком, активом, чтобы ролик смог залететь в рекомендации и чтобы видели больше людей. Итак, открываем, и у нас эдонистская кровь Рейн. Пассивное умение. Мощный прилив. Рейн получает способность мощный прилив, который зависит от количества силы, полученной от противников под действием эффекта ливень. Мощный прилив используется для усиления спецприемов Рейна, при котором наводится ДП урон от молнии. Рейн может накладывать на врагов эффект ливень при выполнении своих спецприемов. А также при использовании ДП атаки, отлив эта атака тратит 1,5 шкалы силы и требует 7 секунд перезарядки. Рейн помогает персонажам из внешнего мира в отряде, добавляя удар молнии, когда они проводит завершающую комбо удары для каждого персонажа. Это низкая кровь Рейн. В общем, как мы понимаем, саппорт для внешнего мира. Далее получаем Эрона Блэка, Дня Мертвых, на слияние, ребят. Неплохо. Далее достаем Шансуна МК-11. Тоже неплохо. Ну вот мне, если честно, больше интересно, кто же будет третьим персонажем из отряда Эдонистская кровь. Я догадываюсь, что это будет либо Синдел, либо Джейд, ребят. Либо Джейд, либо Синдел. Я делаю ставку, ребят, запишите. В общем, и у меня, ребят, важная новость. Это у меня будет, наверное, последний ролик, и далее неделя. 10 дней меня не будет, и роликов тоже. Я улетаю за границу, и я не смогу записывать ролики. Далее, давайте тогда купим начальный набор с душами, это низкая кровь. Тут тоже у меня цель с этого донатного набора, конечно же, достать души, ребят, потому что у меня душ нет, спецпредложения всех я уже купил, поэтому
приходится на такие наборы тратить деньги. Тут очень приятно, конечно же, достать души, ребят, только души. И на вознесение получаем скорбную китану и венок, получается, предателя. И 300 душ. Неплохо. Для эдонистской башни у нас необычная снаряга уже есть. Давайте тогда купим и второй набор. Души, конечно же, купится неплохо с этого набора. Отлично, оплату приняли. Далее ждем набор. Открываем. Так, скорпион инферно на продажу и это низкий пирог. Получается на слиянии. Я его первый раз достал, когда проходил первые бои в Эдонистской башне. И вот получили на слияние. Плюс еще и 300 душ. Очень, очень, очень приятно. Давайте тогда купим последний набор. И тут... Бешенство Тигра Гору и редкое снаряжение, божественный наплечник Торнадо, ребят. Это комплект для бруталки Рейна, повышает шанс крит удара. Получить усиление, ребят, 5% и увеличение урона для башни, для Донецкой башни и плюс 300 душ. Вообще, как говорится, безумно можно быть первым. Давайте тогда купим золотой комплект Донецкая башня. Этот набор очень годный, как лично по мне. Я это уже раньше тестировал с башни колдуна, получается. Я покупал постоянно такие наборы. И дропы были очень хорошие, очень много эпиков, очень много редких снаряжений и так далее. Как я уже сказал ранее, ребят, многие думают, что насколько, например, набор дороже, тем лучше получается дроп. Но нет, ребят, и тут достали эдонистскую кровь китану, ребят. Вообще, ой-ой-ой, редкая. И эпик, ребят, я вижу. Божественный наплечник торнадо. Мы достали на слияние. И получаем эпик. А эпик у нас маска безумия династии, ребят. Сопротивление всем отрицательным эффектам. Это получается комплект для бруталити китана, ребят. Ой-ой-ой, истощение силы, ослабление, пробивание щита. Это, ребят, показатели без слияния, ребят. На 10-м это будет просто безумие. Просто безумие, ребят. Китанная донецкая кровь почти падает с каждого донатного набора, можно сказать, с каждого второго. Я раньше думал... Эпик набор, редкие наборы, донатные, громадные наборы лучше, но оказывается не так. Королевское вино, ребят, мы достали необычную старягу, еще одну. Получить удачу 10%, увеличение урона и бонус к максимальному здоровью. И получаем еще раз божественный наплечник торнадо на слияние, ребят, у нас становится второго слияния. Вообще отлично, потому что Рейн МК-11 у меня на 10-м слиянии, ребята. Для Рейна будет бомба. Покупаем очередной напор по счету, какой, не знаю, третий либо четвертый. В общем, я сбился, ну ладно, ничего страшного. Меня радует то, что мы достали комплект для бруталки Китаны, комплект для бруталки Рейна. Вообще, ребят, набор бомбовый. Я вам советую обязательно, если есть возможность, задонатить, открывать этот набор, ребят. 10-5 штук открывайте и посмотрите на дроп сами. Итак, достали еще раз божественный наплечник торнадо и становится третьего слияния, ребят. Что за безумие, я не понимаю. И вижу эпик уже. Эпик. И это божественный плащ Аргуса, ребят. Бонус к максимальному здоровью. Вероятности наложить случайный отрицательный эффект на противника, который использует... пробой блока против владельца. Максимум 3 раза.
эффекта одного противника одновременно. Отрицательных эффектов бонус к максимальному здоровью. Это у нас получается уже есть. Комплект для бруталки получается для Рейна, ребят. И что ж могу сказать, я просто рад, ребят, и у меня слов нет. Как это прокомментировать, я не знаю. И, насколько мне известно, плащ Аргуса эпик. Очень редкий среди всех эпиков. Именно имею в виду с башней, с эдонистской башней, ребят. Далее достаем Саб-Зиро, великий мастер Киси Кейдж, королевское вино на слияние и венок предателя, ребят. Неплохо, неплохо. Будет, конечно же, полезно для нас, когда мы будем проходить эту низкую башню. И покупаем еще один. Оплату приняли, ждем набор. Мы достали сегодня Рейна, эдонистскую кровь, Китану, эпика, даже два эпика получается, редкую снарягу, вообще безумие, ребят. Ловкий рептилия на слияние и становится 10-го. Одержимый Кенши на продажу и божественный наплечник Торнадо, ребят, у нас становится 4-го и божественный плащ Аргуса 1-го. Ребят, как можно сказать после этого, что это не самый лучший донатный набор среди всех? Вот скажите сами, пожалуйста, я просто в шоке. Ну что ж, давайте тогда посмотрим на Рейна собственными глазами, сделаем обзор. Я знаю, что для многих это уже не новость, многие уже видели его геймплей у известного англоязычного блогера, но посмотреть своими глазами это уже вообще другое, ребят, поиграть и посмотреть это уже вообще другое своими глазами. Я заметил, что он, когда он сменяется, выходит в бой, у него есть фраза, ребят, которую он говорит, не знаю, с МК-11, по-моему. Сейчас делаем его пассивку, это получается ливень для отряда, ребят. Завершающие очень красивые у него. Делаем еще раз. И вот видите, ливень для отряда. И вот, когда мы вешаем ливень для отряда, начинается атака с молниями, ребят. Когда мы делаем свои завершающие и свои комбо-удары. Ай-яй-яй, пробой блока. Так, ливень есть. Хорошо, а что если мы сделаем второй? Ай-яй-яй-яй, не убивай. Пожалуйста, пожалуйста. Так, делаем второй. Вау. Ребят, имбова. Имбова, что же могу сказать? Имбовый персонаж действительно очень мне нравится. И хочется прямо сейчас задонатить ему до 10-го слияния, ребят. И на этом у меня все. Всем спасибо, ребят, за просмотр, за поддержку и актив. Желаю всем мира и добра, хороших дропов. До скорых встреч.